Итак, перерыв в матче Греция-Россия в Пирее. Счет 1-0 в нашу пользу после первого тайма. И все началось с гола Широкова уже на второй минуте. Роман получил отличную передачу от Загоева, вышел к воротам и, использовав, скажем так, рикошет от ноги греческого защитника, ворота эти самые поразил. Так счет стал 1-0 в пользу гостей, в пользу сборной России. Наши продолжали атаковать, довольно нервозно играли поначалу греческие защитники и под стать им вратарь Сорвас, но эту нервозность наши использовать не смогли, и греки освоились, скажем так, на своем поле и тоже получили ряд возможностей. Мы уже говорили о трех мячах, которые не были засчитаны, но я сказал о трех офсайдах, там два раза был офсайд, и один раз, как мы видели, в первом тайме нарушил правила в борьбе с Анюковым Самарас. Мяч тоже был не засчитан, но так или иначе, вот здесь окружившие меня греческие болельщики считают, что счет должен был быть уже 3-1 в пользу сборной Греции. Дик Адвокат пока, я думаю, должен быть доволен тем, как все происходит. Какие замены он сделает во втором тайме? Напомню, что договоренность есть о заменах 6 полевых игроках и одного вратаря о замене. Вот незасчитанный мяч Самараса, который грубо сыграл в атаке против Анюкова. И, по-моему, здесь все совершенно ясно. Хотя, давайте посмотрим вот еще раз. Трибуны были очень недовольны тем, что французский арбитр этот мяч не засчитал. Момент у Дзюбы. Дзюба мог простреливать, мог навешивать, но решил пробить довольно острого угла и по воротам не попал. Артем Дзюба дебютирует в составе сборной России, но пока что отметился двумя не очень точными ударами. А это после паса Денисова бьет по воротам наш капитан Андрей Аршавин с 11-метровой отметки. Такой, наверное, второй наиболее реальный момент после забитого мяча. Вот еще один незасчитанный мяч греческой команды. Здесь уже зафиксировано положение вне игры. Селпингидис попал в офсайд. И снова гудят трибуны стадиона в Пирее. Да, Денисов нарушает правила, штрафной. Ворота Малафеева. Ну и свои моменты, как я уже сказал, были у греческой команды. И после угловых, довольно много угловых они подали. И еще один незасчитанный мяч, третий незасчитанный мяч. Уже от головы Тарасидиса мяч влетел в наши ворота. Но снова положение вне игры. И, повторяю, зрители этим очень недовольны. Но что делать? 1-0. Наша команда ведет после первого тайма.